И бац! Несколько солдат. А, смотри-ка, не заметили. Я слишком стелс. Ну, бегаешь, карту открой, переместись. О боже, нет. О боже. Я сейчас знаю, что дальше. Я про то, что там опять возвращаться к Вашингтону и бежать к нему до хера. Как я люблю эти миссии. Отсюда нельзя уйти. Кого любишь? Не, зачем сюда выстреливали? Отсюда нельзя уйти. Я горю. Что ты там делаешь, пока я там десохранайст и по причине? Я слышал, как все пели и все. А? Ты это ритуал, я смотрю, выполняешь, да? Дождя сатану вызываешь, оп-оп, который чешется у всех. Все такие, don't give a fuck, все сидят просто такие. Коннор, ты умер что ли? Ну, ладно, бывает. О, найс. Водопад. Главное, вниз не упади, а то забираться еще будет распады. Еще 300 метров. Это, кажется, последний раз, когда... Да, будет настоящий водопад, я бы не смог так пить. Да-да. Неправдоподобно. Ну, тут много чего неправдоподобно. Это то, что с деревьев можно захватывать и людей перекидывать. Потому что деревьев здесь столько же много, сколько... Хотя, кстати, не факт, только один раз захватывал с дерева и делал. Yeah? Такой распиаренный ход, да, я так один раз делал. Ты вообще сколько раз делал? Я не думаю, что ты чаще. Не, когда егери ранили ту девушку, и типа ты ее да, да, вот я один раз то ты сделал. Я там несколько раз сделал, раза три, наверное. Какой-то... У него got the balls, Вашингтон. Да, он взял, такой все, стал угрожать вообще. Такой типа... Ты лох, ты лох, вообще все, идите нахер. Ну ты понимаешь, да, типа, переобманывали и тех, и жопа какая-то. Куда бежишь? Я же помочь хочу. Браза. С индейцем встретить. Да, это ты решил убить твой, меня? Твой друг, что? Помнишь? Да, я помню, конечно. Вообще, как вот я не пойму, какой-то Чарльз Ли приходит такой рассказывает. Да, они сразу себе. Я думаю, поверят, да, и вот это мне не понравилось. Что за хуя? Ты ошибаешься, ну чё, чем мне теперь его убить придется? Да нет. Ну ты чё? Я его убил. Окей. Но у тебя не было выбора. What the fuck? Глупый индиец, ну... Я тебе с детства учил, как вообще... А ты... Жирный, как правильно говорили. Жирный, троллейбус, пассажир. Наш народ никогда не будет в безопасности, как мы знаем из истории. Им надо валить куда-то еще. Блин, всех обезвредил, вот этот взял с ножом. Выскочил. Блин. Надо было отобрать немножко и все. Да ты лошадь! Хуйня, ты не лошадь. Пошли отсюда. Я разберусь. Разобрался. Я думаю, мне он нужна была все-таки лошадь. Да, тебе здесь... А, не-не-не, здесь не нужна лошадь. Давай, как бы, помогай. Че, можешь дальше бежать? То есть, забей. Да-да. Я же понял. Они думают... А, да, ты уже до этого делал, окей. У них Он, типа, кричит такой, беги! И он бежит, и у них 5-секундная память, мне кажется, просто. Да-да-да. Он там привет, еще... Привет, ребят. Я тут пробегал в ним просто. Ну все, ты быстро. Сейчас тут уже начнется, понимаешь, так что я тебе советую паузу нажать и оставить.